Здравствуйте, это тележурнал на канале STV, программа о звездах, стиле и красоте. И я ее ведущая, главный редактор журнала «Мода Топикал» Оксана Федорова. В нашей модной страничке мы продолжаем носить актуальные в этом сезоне тренды в свой гардероб. В этом нам помогают советы нашего фэшн-эксперта, телеведущего и имиджмейкера Олега Тарнопольского. Вне зависимости от сезона, тенденции и других моментов, головные уборы играют значимую роль в вашем имидже. Сегодня мы попробуем разобраться, какие головные уборы подчеркнут вашу индивидуальность. Шляпы с широкими большими полями подойдут для женщин с утонченными линиями лица. Все формы треугольника, овала и даже в некоторых случаях круглолицые дамы смогут себе позволить носить такие изящные головные уборы с широкими полями. Я рекомендую наслаивать такие головные уборы на заранее повязанные банданы на голову, что еще больше усложняет образ в целом и дает некий современный стиль. Но помните о том, что сочетание цветов в данном случае всегда должно гармонировать, и в целом образ должен смотреться завершенным. Шляпы с низкими полями. Такие шляпы можно носить с любыми, как спортивными предметами одежды, так и с более элегантными. Но любые элегантные модели с помощью такой шляпы будут выглядеть немного более спокойно. Женщины с крупными чертами лица могут позволить себе подобные модели. Я рекомендую носить такие головные уборы задом наперед. Это визуально создаст ощущение большей легкости. Во-первых, вы освободите линии лица, тем самым сделаете образ более открытым. И, безусловно, создадите некий стиль не совсем отточенный, что визуально будет поработать практически с любым луком. Поэтому такие шляпы должны быть практически в гардеробе у каждой женщины, и работают они на 100%. Делайте свою жизнь ярче вместе с нами. И я, главный редактор журнала «Мода Топикал» Оксана Федорова, прощаюсь с вами. До встречи на канале STV.